Дисклеймер! Автор этого видео никого не пытается обидеть, ко всем клубам и футболистам я имею хорошее мнение. Тебе чего? А хорошо быть быстроруким? Сколько тебе лет, быстрорукий? 34. А у тебя волосы побелели от старости или от быстрорукости? Быстрорукий, 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 быстрорукий футболист. Играл наш Дюба в Спартаке, проходилось ему там не влегке. Играл нормально и голы там забивал. Ни от славы, ни от зарплаты, ни хер денег он не получал. Быстрорукий, 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 быстрорукий футболист. Красный голубь пошел в Томь, потом обратно вернулся в Родни, но он из-за каких-то понтов ушел в Ростов. Потом быстрорукий профессионал ушел туситься в Тульский Арсенал. Ну а потом я дальше все расскажу. Быстрорукий, 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 быстрорукий футболист. Решил пойти он в Симок Лайф, и там он получал кайф. Слава и зарплата, деньги ему подняли. Неплохо, в общем, он там рвал, в сборную с пенальти забивал. Видео девушки накарпил, и поссорился он с Карпином. Но что было дальше, я сейчас вам расскажу. Быстроруки, 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 футболист. Он к черту глист. Стало быстророкому как-то туго и стал прощаться со Зенитом в форме Дэдпула.